Будни алматинских врачей-инфекционистов. Для нас это было совершенно новое заболевание. С этого дня у нас в нашей больнице был объявлен карантин. Два месяца не видели детей, внучат. Эксклюзивные кадры из отделения реанимации. Рассказы тех, кто заразился COVID-19. С того, как я сюда попала, мне намного лучше. Все нормально, дома все нормально. Документальный фильм «COVID-19. Бой с тенью». На телеканале «Алматы».